Конкурс эстрадной песни «Синяя птица» настолько масштабный, что проводит его в два этапа – отборочный и гала-концерт. В этом году выйти на сцену и показать свой талант собрались более 150 участников Алмазной провинции. Конкурсанты представляли две песни. Обязательное условие – одна из них должна быть о любви к родному краю. Это песни о поселениях Мирнинского района, о нашей Якутии, о России. Иногда тематику мы задаем такую, конечно, и ребята придерживаются, руководители придерживаются, это песни о Великой Отечественной войне. Конкурс эстрадной песни зональный. Для участия в «Синей птице» приехали дети из Сунтарского, Нюрбинского и Ленского районов. Держать каждый год конкурс традиционный – это всегда очень сложно. Мы это всегда и понимаем, что традиционные мероприятия, их, конечно, сложно содержать и напитывать ребятами талантливыми, которые будут и продвигаться. Но, тем не менее, это вам, ну, большой плюс, потому что вы Мирнинский район держитесь, приобщаете и нас, мы к вам с удовольствием приезжаем. Участвовать в конкурсе талантов могут как солисты, так и коллективы. Лучшие из лучших представят Алмазный регион уже на республиканском этапе. Анна Винокурова, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край».